Отопление могут вернуть в детсады, школы и некоторые жилые дома. Такую возможность не исключает мэр Анатолий Локоть. По прогнозам, прохладная погода сохранится до конца недели. Напомню, отопление в городе отключили 10 мая, а сегодня начались испытания теплосетей по зонам ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и Кировской районной котельной. Почти 1700 домов остались без горячей воды. Энергетики обещают, что терпеть неудобства придется максимум 2 недели. Официальную информацию об отключениях можно получить в единой диспетчерской службе мэрии и на муниципальном портале города. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!